Здравствуйте, друзья! Этот обзор напрямую не касается темы умного дома и, на самом деле, я изначально не собирался его делать. Это скорее дань сложившейся привычке – рассказывать про все, что попадает ко мне в руки. Время от времени у меня возникает желание что-то смастерить, либо модернизировать или отремонтировать, и для этого у меня имеется довольно большое количество, наверное, даже больше, чем надо, различных инструментов и приборов, которые, кстати, часто выручают меня при проведении различных тестов, которые я показываю в своих видео. Несколько раз у меня возникала необходимость соединения между собой нескольких аккумуляторов, и мысль о аппарате точечной сварки появилась у меня довольно давно. При этом мне точно не надо было что-то большое и громоздкое, еще и за неприлично большую стоимость. Поэтому мысль оставалась только мыслью, пока мне не попался на глаза компактный, размером с Powerbank, аппарат, работающий на аккумуляторах. Тут я уже не смог устоять и заказал такой гаджет себе. В этом обзоре я поделюсь с вами своими первыми впечатлениями и результатами работы с ним. Перед тем, как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства – автоматический аппарат точечной сварки. Модель – Minder RC DH30 Max. Питание – литий-полимерные аккумуляторы 10 000 мАч. Выход для сварки 4,2 вольта, ток до 650 ампер. Зарядка USB-C 5 вольт. Настройка при помощи экранного меню. Размер 150 на 83 на 29 мм. Магазин предлагает различные варианты комплектов поставки. Я выбрал вариант с твердым кейсом, чтобы где-то хранить аппарат и аксессуары для него. Так в чехле он и приехал, сверху было несколько слоев противоударной пленки. Сам чехол достаточно жесткий и тоже выполняет защитную функцию. Кейс разделен на две части, в большей находится сварочный аппарат, хотя с первого взгляда он больше напоминает Powerbank. В меньшей части с молнией находятся аксессуары к нему. Вот то, что было в том комплекте, который я заказал. По ссылке, которую я оставлю в описании, он первый без блока питания. У меня более чем достаточно свободных USB портов для зарядки, еще один блок мне был бы лишним. Инструкция небольшая и лаконичная, мне особенно не пригодилась, так как меню устройства очень простое, все понятно и так. В моем комплекте была и никелевая лента шириной 8 мм, толщиной в 12 мм и длиной 2 метра. Так что есть с чем тренироваться и даже работать первое время. На всякий случай я дополнительно заказал еще моток ленты чуть потолще. Ссылку на лот с разными вариантами лент я оставлю в описании. Два электрода с 6,5 мм разъемами. При необходимости электроды можно заказывать по мере износа. Ссылку я тоже оставлю в описании. Наконечники у электродов можно менять отдельно от самих электродов. Они непосредственно участвуют в процессе сварки, поэтому рано или поздно износятся. Как я и сказал, внешний герой обзора больше похож на Powerbank. Корпус устройства металлический, напомню, размер 150 на 83 на 29 мм, а весит почти полкилограмма. На одной из сторон расположены все разъемы и кнопка включения и управления меню. Для зарядки используется USB-C, есть и стандартный USB выход на 5 вольт 2,4 ампера, то есть сходство с Powerbank не только внешнее. Под заглушками спрятаны два высокотоковых разъема для сварки. С подключенными электродами. Подключаются они достаточно плотно, рекомендуется по возможности минимизировать физическое подключение-отключение электродов, чтобы уменьшить износ разъема. На верхней части корпуса находится небольшой цветной экранчик, на котором отображается уровень мощности заряда, температура аккумулятора и счетчик. Металлическая часть цельная, снимаются только крышки с торцов. Каждая держится на четырех саморезах. Платы сварочного аппарата, а их две, управление силовая, закреплены силиконом. Тут используются два плоских литий-полимерных аккумулятора, заявленная емкость 10 000 мАч, это примерно 37 Вт-часов. Так как основная задача устройства все-таки сварка, то тесты на реальную емкость я делать не стал, Powerbank проще и дешевле купить отдельно. В этом же магазине отдельно можно купить силовую плату управления, есть и силовые элементы по отдельности. Это дает возможность отремонтировать устройство, если что-то пойдет не так. Открытым остается только вопрос с аккумуляторами, но его решить при необходимости будет проще. Перед использованием необходимо полностью зарядить устройство, при этом отображается не только уровень заряда, но и входящее напряжение, сила тока и текущая мощность. Пункты меню. Количество сварок. Время автоотключения в минутах, его можно менять. Задержка перед сварочным импульсом. Количество импульсов. Звук. Язык только английский. Сброс заводские.
В рабочем режиме можно менять уровень мощности импульса, всего 30 градаций, где первый самый слабый, а 30 самый мощный. Тренировался я на паре старых полумертвых аккумуляторов. Ставим пластину. Берем электроды. Прижимаем первым и затем вторым. Импульс приваривает пластину в двух точках. Выравниваем пластину. Привариваем ко второму аккумулятору. Проверим. Даже на двух точках соединение крепкое и надежное, при этом аккумулятор при сварке просто не успевает нагреться, как это может произойти при пайке. Для надежности добавим еще пару точек сварки. А вот результат моей первой тренировки. Слева направо на мощности 1, 5, 10 и 15. На 10 и 15 эта лента проваривается насквозь. Ее надо варить на мощности 7-8, будет крепко и надежно. Еще немного экспериментов над теми же аккумуляторами. Тут получился элемент 1S3P. Лента отлично сваривается и между собой. Тут было сложнее, так как плюсовые контакты тут не плоские, но тоже все получилось с первого раза. Еще я заказал термоусадочную пленку для аккумуляторов, ссылку, конечно же, тоже оставляю в описании. А тут уже реальное применение. Задача была заменить вышедшую из строя аккумуляторную сборку на 7,2 вольта. Для замены я подобрал подходящие по размеру литиевые 18350 элементы по схеме 2S. Для соединения их между собой я применил герои обзора. Вот результат работы. Кстати, в этом случае, если бы пришлось их спаять между собой, то не факт, что мне бы удалось поместить их в корпусе. Работают отлично, осталось дождаться модуля зарядки для них 2S с балансиром, который будет работать от USB-C, но это уже другая история. Скажу честно, это не самая необходимая штука для обычного человека, но если вы любите иногда что-то сделать своими руками, при этом не планируете использовать сварочник на постоянной основе, ежедневно сваривая сотни элементов, то это ваш вариант. Компактный, автономный, его можно использовать на удаление от электросети, достаточно мощный. Для меня это реализация еще одного давнего желания и очередной гаджет в мою коллекцию. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на устройства, запасные части и аксессуары, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!